Не, братан, я больше не работаю на камеру. Те, кто играли больше у нас на кубке, где-то в районе часа, да, у нас будет работа с вами, и потом вы, Сергей Николаевич, отправляетесь в фитнес. А с остальными ребятами мы еще поработаем. Это Булик. Тот Булак. Запомни. Отличное настроение. Все довольны, что мы вышли в финал Кубка России. На счет подготовки только вчера прилетели. Тут сегодня провели вот первую тренировку, оно же пробование к «Динамо». И завтра будем играть против лидера чемпионата. И я думаю, что настрой должен быть соответствующим. У меня было время как раз-таки посмотреть, наверное, на матчи. Я думаю, это сильно повлияет и повлияло, наверное, это и заметно и по результатам, и по игре. Но также опять говорить, это начало сезона, это ничего не, это никакой не показатель. И я думаю, команды сыграются, и дальше будет еще более интересный волейбол. Хорошая команда, но видно, что не хватает времени для сыгранности. И командный дух, главное, есть, и главный тренер радует своими эмоциями. Смотрел, наблюдал. Очень понравилось. Для нас, для прежде всего, было важно эта победа для нашего характера, я думаю, потому что были обидные поражения против «Факела» и против «Кузбасса», где вроде бы поначалу все складывалось нормально для нас, да, но потом игра переворачивалась, и мы проигрывали обе игры. Считаю, что для нашего характера очень важна, для становления нашей команды очень важна была эта победа. Именно такая, какая она была. Именно в таком вот формате, да, когда мы на зубах вот выгрызли эту победу. Вроде бы уже все, мы проиграли эту игру, но это она вдвойне ценна. В целом, ты, конечно, хорошая. 5 из 5 в начале чемпионата. Это хороший результат для нашей команды. Но... Естественно, это было не «Зенит» Казань. Думаю, завтра будет настоящая проверка для нашей команды. Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, люди, которые не видели, как они сейчас играют, я думаю, что удивятся. Потому что команда играет в очень качественный волейбол, команда очень мало ошибается, и очень хорошие легионеры, и хорошо связки ведут игру. То есть реально очень, мы смотрели видео, очень качественно играют, поэтому в любом случае завтра не будет просто ни нам, я думаю, ну и ни им, конечно. По каждой команде готовимся, и завтра мы дадим бой, обязательно будем биться на победу и только на победу. Приглашаю всех болельщиков 20 ноября в 19:00 прийти поболеть за нас, потому что после выездного турне нам очень нужна ваша поддержка. На ЗТВ баянов нет. Подписывайтесь на наш канал.